Он его слепил из того, что было. Модернизированные колеса от трактора, двигатель от «Запорожца», кузов от ГАЗ-18, крыша от катера. Название «Необычный вездеход» получил соответствующее – «Лундор». У нас дороги-то все, в принципе-то, лунные. То есть без дороги одни ухабы, рытвины и котлованы. Вот. И поэтому назвал, что луноход, лундор, лунные дороги. То есть техника для лунных дорог, для российских. Сборкой самодельной техники житель деревни Евдокимова Николай Кириллов занялся поневоле, ради сына. Водитель школьного автобуса уже забыл сюда дорогу, потому что ее фактически нет. После дождя грунтовка превращается в глиняное месиво. Из-за этого и медицинская помощь стала для жителей Евдокимова чем-то из разряда фантастики. Скорая. Да вы что, шутите насчет скорой-то? В деревне нет не только фельдшерского пункта, но даже магазина. Автолавка сюда тоже не приезжает, не пробиться. Привезти продукты, лекарства, получить пенсию евдокимовцы просят старосту. Пешком в соседнюю деревню жители Евдокимова отправляются в случае крайней необходимости. Идти далеко, 5,5 километров, да и страшно. Места здесь глухие, встретить волка или кабана проще простого. 3 дня назад недалеко от деревни видели медведя. Включить деревню в программу по ремонту сельских дорог чиновники обещают уже 15 лет. Большинство жителей не дождались и уехали. И теперь, когда в деревне из постоянно проживающих остались только 7 человек, а дачники появляются все реже, на Евдокимова фактически поставили крест. Один из условий участия в программе, это то, что, чтобы населенный был бы перспективный. Не менее 120 человек. И на Евдокимова сделать дорогу, а Богородск оставить, например, перспективный населенный пункт без дороги, ну это бы не по-хозяйски будет. Таких неперспективных населенных пунктов, как Евдокимово, в Воскресенском районе сейчас около 80. Попасть в программу у них, похоже, нет шансов. Люди вынуждены бросать дома. И это при том, что по статистике ежегодная убыль населения в районе составляет 400 человек. У нас в районе 13 администраций. И в среднем администрации живет это 400, 600, 700 человек. И практически каждый год у нас вымирает одна администрация. Вот. И за это время практически здесь еще 10 лет пройдет, и здесь просто крикнешь «Ау!», а никто не ответит. За 1,5 года в Нижегородской области прекратили существование более 300 сельских поселений. Жители Евдокимова пока держатся, не уезжают, чтобы родная деревня не пополнила список мертвых населенных пунктов. Не хотят они верить, что только туда ей и дорога. Дарья Иванова, Роман Серебренников, Приволжское бюро ТВ-центра, Нижегородская область.